Уважаемые телезрители телеканала ТВ представляет прогноз погоды на 2 июня. И я, Олег Шагнанов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. Света, привет. По республике местами небольшой кратковременный дождь. По северу местами умеренный дождь. Днем возможны грозы. Ветер западный 6-11. Днем порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам. Ночью плюс 3, по северо-востоку местами до минус 3. Заморозки. Днем плюс 18, при дожде до плюс 12. По центральным районам ночью плюс 5, днем 20-25 тепла. По южным районам ночью плюс 3-8, по юго-западу местами до минус 3. Заморозки. Днем плюс 23. В столицу Бурятии без осадков, ветер западный 5-10. Днем порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью плюс 6, днем максимальная температура плюс 25. Атмосферное давление ночью будет слабо расти и составит 717 миллиметров ртутного столба. Днем падать до 712. Несмотря на обидное прозвище, маленький капрал, Наполеон вовсе не был коротышкой. При росте 168 сантиметров Наполеон был выше среднего француза тех лет. Это был прогноз погоды на Первом альтернативном. С вами был Олег Шагнанов. Почему-то современники всегда любят принизить великих людей. Например, Сталин – сухорукий, перебой, а Хрущев – лысый кукурузник.